Если ты в будущем хочешь стать популярным и известным блогером, успей поставить лайк левой ручкой за 3 секунды, я считаю. Раз, два, три. Кто поставил лайк, обязательно станет очень популярным блогером. Всем привет, ребята, с вами как всегда Алплы и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами будет очередная эволюция в игрушке под названием Ганг Ран. Ну а эволюция у нас с вами будет группы боксеров. Изначально у нас есть один единственный боксер, мы с вами должны будем проходить полосу с препятствиями и должны как можно больше этих боксеров приумножить. У нас тут будут различные ловушки, у нас тут будут различные молоточки, у нас тут будут даже вражеские боксеры. Но нам с вами нужно проходить именно по той полосе, которая даст нам наибольшее количество этих боксеров. После того, когда мы с вами доходим до финала, тут наш боксер должен будет победить вражеского боксера. И если наш боксер будет больше, он нанесет больше повреждений и, соответственно, уничтожит врага. Если же наш боксерчик вот этот вот будет маленький, то, соответственно, ребятки, мы с вами проигрываем. Первый раз вот мы с вами сыграли, и наш боксер оказался довольно-таки крутым парнем, поэтому мы и победили. Ну а здесь у нас получается уже 14 уровень, и нужно начинать все заново. Периодически тут мы с вами будем проходить через такие полосы, где нужно будет что-то умножить, что-то добавить, что-то прибавить или что-то отнять. К примеру, лучше всего выбирать умножить, если у тебя большая армия. Ну и, конечно же, хуже всего это выбирать разделить. Если у вас, например, там будет каких-то 200, например, вот таких вот боксерчиков, и вы даже зайдете в разделить на 2, ребятки, то сразу же 100 боксерчиков погибнет. Глядите, ребятки, какой у меня здоровый боксер, я даже ни разу не бью. А если я раз ударю, а если 2 раза ударю и 3 раза, вот, ребятки, получается, что я даже мог вообще ничего не делать, этот боксер бы даже меня, наверное, бы и не смог уничтожить. Не, ну хотя, наверное, все-таки бы уничтожил, но при этом прошло бы очень много времени. А я буквально за 3 ударчика его на x10 отправляю, и это у нас, можно сказать, что рекорд в данной игрушке. Смотрите, какой обратно крутой чувак у нас получился. Следующий уровень у нас уже будет 15, и прямо на самом старте, смотрите, у нас есть выбор. Умножить на 3, плюс 10 или минус 3. Если мы с вами зайдем в минус 3, то сразу же погибаем, потому что у нас всего-то навсего один чувачок был, видите? Так что нам, ребятки, нужно выбирать ту полосу, где наших вот этих вот боксеров-воинов будет больше количество. Так что мы с вами, ребятки, идем на плюс 10. Потому что умножить на 3 даст нам только 3. А тут у нас будет аж плюс 10 и 1 будет 11. Ну что же, наша армия боксерчиков потихонечку увеличивается. Сейчас мы с вами их умножим еще на 2. Желательно избегать вот таких вот различных молотов, различных пил, которые все больше и больше разрезают наших боксерчиков, и стараться сохранить как можно больше армию. Вот у нас тут будет 60 человек. 60 вот таких вот боксеров-таблеточек, которые, скорее всего, что должны будут победить. Мы с вами гасим этого нашего противника, и вуаля, в очередной раз, ребят, мы его с вами отправляем в нокаут. Если честно, то самым большим минусом данной игрушки я считаю то, что здесь нету магазина. Получается, что мы бы с вами зарабатывали бы какие-то кристаллики, зарабатывали бы какие-то денежки, и потом можно было бы нам прокачивать либо параметры, либо выкупать какие-то новые скинчики, ну, как и в других играх, да? А здесь у нас разработчики почему-то этого не добавляют. Возможно, их и так все устраивает, а возможно, ребята, эта игрушка не настолько популярна, чтобы в нее влаживать обратно какие-то средства. В любом случае, ребятки, мы с вами в очередной раз приходим к финишу. Наш боксер оказался намного больше противника нашего. Я думаю, что где-то на x8 он точно его должен отправить. Пока что он достает только на x5, теперь уже x6. Нет, до x8 он, к сожалению, не дотащит, но на x6 и 8, в принципе, получилось его забросить. Поэтому, ребята, довольно-таки неплохой вариантик. Так, здесь у нас что? Умножить на 15, умножить на 5. Ну, конечно же, умножить на 15. Тут у нас будет сейчас, давайте умножить, наверное, на 10. И здесь, ребятки, у нас останется 20 этих вот боксеров. Мы с вами умножим на 2, будет у нас их 40. Ну что ж, неплохо, правда же? Здесь мы с вами можем умножить на 2, либо прибавить 25. Ну, лучше, конечно же, умножить на 2, потому что у нас 27 умножить на 2, будет еще 27. А если бы мы прибавили 25, то только плюс 25. Здесь опять же плюс 10, и вот опять же, ребятки, к финишу мы приходим с вами довольно-таки подготовленные. Ну, глядите, я даже могу ничего не делать, этот чувак мне, ну, конечно, он меня уничтожит, если я вообще ничего не буду делать, но на самом-то деле я его буквально за 2-3 удара уничтожаю, а он меня, ну, я не знаю, наверное, ударов 10, а может даже 15 должен произвести по мне, чтобы уничтожить меня. Вот такой вот у нас, ребята, крутой боксер. Вот так вот мы его с вами нормально сгруппировали. Это все из-за того, что у нас с вами очень большая банда этих боксеров собирается, и потом она превращается в одного мощного уже боксерчика. Так, тут у нас будет плюс 15, этого плюс 19. Дальше мы с вами умножаем, конечно же, на 2. Армия наша потихонечку увеличивается. Здесь нам нужно будет умножить уже на 3. О, а здесь, ребята, будет сложно.
Так, ну мы с вами потеряли пару боксерчиков, но тут, ребята, выхода другого не было. У нас максимум будет 50, да, ребятки, к сожалению, максимум мы с вами собрали 50 боксерчиков. Но все равно я думаю, что мы с вами должны будем победить. Да, мы опять же побеждаем, хоть и наш воин, наш герой все-таки чуточку поменьше набрал массы, чем в предыдущие несколько раз. Но, тем не менее, мы с вами на 2,9 нашего противника забросили, и это нам принесло очередную победу. Уровень 18 тоже пройден. Двигаемся дальше, здесь уже уровень следующий, и 12 новых воинов мы с вами берем себе в армию. Дальше еще умножить на 10, это будет 50. Тут, к сожалению, мы с вами опять же часть теряем воинов, но большая часть все-таки сохранилась. Сейчас мы с вами, ребятки, это все умножим на 4, у нас будет больше 60. И тут сейчас умножить на 3. Сколько у нас в результате в конце окажется? А, чуть-чуточку больше, наверное, 80 у нас тут будет. Да, вот 84 воина. Это железно, ребятки, нам приносит очередную победу. Нам с вами нужно просто 2 или 3 раза кликнуть по экрану. Мы обратно же этого вражеского босса, вражеского героя забрасываем. Смотрите, как далеко по шкале. Ну, до семерочки достанет? Пожалуй, нет. Нет, ребятки, только на 6,6 достал и все. Ну, на семерочке там уже, в принципе, не сильно далеко-то оставалось. Так, следующий уровень 20. Тут опять же давайте мы с вами умножим на 15. А здесь, вот смотрите, у нас осталось 4 чувачка. Мы с вами умножаем на 10, итого у нас 40. 40, 40 боксеров, ребята. 40 вот этих вот таблеток боксеров. Они, если честно, со стороны больше, наверное, все-таки на таблетки похожи, чем на боксеров. Но, тем не менее, ребятки, это все-таки боксеры. Сейчас мы с вами опять же умножим на 3, это у нас будет просто громадная армия. Пожалуй, большего количества у меня тут, по-моему, этих еще боксерчиков не было. Глядите, какой здоровенный у нас будет босс! Ё-моё, ребята, это реально рекорд. Вот посмотрите, он меня вообще не бьет, он вообще не наносит мне урона. А я вот так вот его 2 раза ударил, 3 раза ударил, и все, ему трындец. Капец. Ну мы с вами, наверное, теперь уже 100% до семерочки достанем. А может даже и больше, да, ребят, даже больше мы его с вами закинули до 9-ки, о, даже до 10-ки, вот у нас получается и обратно очередной рекорд мы с вами побили. Опять до x10 мы с вами забросили нашего противника и опять нам засчитывают долгожданную победу. Вот такая вот, ребята, прикольная и крутая игрушка. Ребятки, если вам понравилась данная игрушка и вы хотите, чтобы я выпустил по данной игре еще вторую часть, обязательно поставьте лайк и кто еще не подписался, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосики, которые выходят каждый день. Ну а с вами был, как всегда, Allplay, ребятки, всем удачки, всем пока!